Друзья, всем огромный привет, мы с вами продолжаем играть в Jurassic World The Game. У нас с вами закончилась Дрожь земли на Урхозавра. Естественно, я его получил, но как без этого, нельзя было это, естественно, зафейлить. 780 тысяч еды. А, здесь есть ДНК 15 косарей. 15 косарей ДНК, ты в это вообще веришь? И Урхозавр. Ну, естественно, выводить мы с вами его не можем. Огромное количество очков доверия. 3900. Я просто в это не верю, какие же они молодцы. У нас с вами еще 1 час 26 минут на удвоенное ДНК. Секундочку. То есть, естественно, давайте сейчас, прямо в самом начале выпуска, я быстренько соберу все монетки, все сделаю, как всегда. Естественно, добавлю те картинки, которые вы присылаете в группу ВКонтакте. Если вы хотите, чтобы ваша картинка попала в выпуск, то ссылочка на нее в описании под видео. Там первым постом закреплено, что нужно делать для того, чтобы она была опубликована. Естественно, правило старое. Принимаются только те картинки, которые были нарисованы вами. Максимум, что принимается, это что-то срисованное, слепленное, сделанное своими руками. Пожалуйста, не присылайте картинки, просто так скачанные с интернета. Потому что если мы вас на этом поймаем, просто заблокируем в группе. Огромное спасибо за понимание. Так, секундочку. Также у нас с вами вот здесь вот еще вот эти супер ДНК, их все-таки 4. И я сейчас заглянул в гавань, а здесь за 500 баксов саркозуг ДНК продают. Подожди, это какие? Это вот эти вот ДНК, это на диплозуха, если не ошибаюсь, за 500 баксов. В принципе, давайте возьмем. Пускай будет, хорошо. Дальше у нас с вами за очки доверия. Давайте вот так вот обменяем, вернем немножко баксов, договорились. Плюс таким образом мы с вами выполняем ежедневные задания. Там, сами понимаете, что большое количество ДНК теперь. Это мы с вами тоже меняем. И это как раз выполняет ежедневку. Обновляем все это добро. За паразаварлофа нам дают 500 очков доверия. Прикольно, мы это все вернули себе. Все отбили. Здесь больше ничего нету. А здесь почему не обновилось? А, типа 3 секунды, хорошо, договорились. И опять же, юрский, интересно, остались ли какие-то у меня бриллиантовые легендарки, которых можно продать? Эниозавр, нет, это все не то, реликозавр. Эниозавр нам может пригодиться, потому что из него еще никаких гибридов не было. Залмаксес, урхозавр. То есть здесь больше ничего нету, то есть есть вариант просто, ну, как бы продавать обычные легендарки и все. Меняем на ДНК 767, но, как видите, типа, это не так выгодно, как хотелось бы. А их теостегу за 1100. Но в сато все равно у нас с вами уже 95-700. То есть мы можем купить кого угодно, но на самом деле будем ждать скидок. Также у нас с вами выводится церезинозавр. А это же прям очень круто. То есть это можно сейчас тебя раскачать. Подожди секундочку. Давай-ка раскачаем, проведем слияние, окей. С первого раза проходит эволюция. Получаем 11 уровня, естественно, дальше раскачиваем. И вот у нас с вами еще один 20-го. Прямо сейчас мы не будем дальше слияние делать. Мы с вами, секунду, во-первых, вот здесь вот забираем награды. Идем в схваточки, и у нас остается как раз две схватки тут. И вот тут-то мы тебя и используем, потому что одного церезинозавра я использовал, а мы еще используем тебя. Раз, я просто не хочу ничего восстанавливать. Дальше спинатозуха. И нужно какую-нибудь амфибию, ну, например, мастодонзавр. Хорошо. Я думаю, что так должны пройти. Нужно было его, естественно, ставить вторым. Но по большому счету наплевать, потому что Брионикс пробить не сможет. Окей, это два удара. Я, честно говоря, не понимаю, почему. То есть урхозавра забиваем, дальше приходит апатозавр. Вот апатозавра-то он абсолютно точно поменяет на Брионикса. И фишка в том, что, типа, у него два хода. Мы сейчас с вами одним церезинозавром. Чего творится? Игра? Ты сейчас серьезно? Я этого не понимаю. Ладно, договорились. Три удара, бонус. Ну, то есть это пройденная схватка, это было прям очень просто. Предыдущие три схватки были гораздо более мощными, точнее, ну вот именно потому, как играл компьютер. Существа были примерно такие же, а вот компьютер играл лучше. Ну, естественно, трезинозавра забивает. Дальше мы можем спокойно взять спинатозуха, пробить его. И таким образом переходим с вами в последнюю схваточку. Что еще классно в битве титанов, то что по 75 ДНК дают. Это раз. А вот теперь мы с вами идем к трезинозавру. Заходим сюда, дружище, пожалуйста, выбирайся. 1600. У нас с вами 27 миллионов еды. Здесь будет 2400. Естественно, идем сюда. Начать эволюцию. Эволюционируем его. Тут уже, конечно, получилось не с первого раза, но все же мы с вами получаем нашего церезинозавра. Вот это действительно классный гибрид. Мне прям очень нравится. Он и сильный. Он, в принципе, недорогой, как мы с вами это выяснили. То есть он дешевле, естественно, Юдона. Он достаточно сильный, но здоровье меньше, чем у Юдона, и все. А урон, напоминаю, урон у него всего на 100 меньше, чем у Юдона. Соответственно, из-за этого он гораздо выгоднее. Мне написали, почему тебе не нравится Юдон, то есть, ну, в комментариях. Ребят, Юдон мне нравится. Фишка в том, что просто церезинозавр, он выгоднее. Вот и все. У церезинозавра на 20-м сейчас, у Юдона, пардон, 1675. На 30-м 2554. Да, у него больше здоровья, но не настолько много здоровья больше, чтобы за это платить 30 тысяч ДНК. Потому что разница прям очень существенная. Это можно даже еще раз проверить. Это простая арифметика, просто математика. Кстати, подожди, а почему у нас с вами скидки? Классно, у нас с вами как раз скидки идут. Так вот, Юдон стоит 78400, а церезинозавр стоит 48. Понимаете? Разница в 30 тысяч ДНК за 2000 здоровья. Но типа, это такое. Метрифодон по 55 тысяч. Блин.
Я хочу птичку еще одну. Можно горгазуху, на самом деле, поставить. Двоих горгазух выводиться, потому что птички пришли, а вот амфибий стало немножко не хватать. Я сейчас сижу, думаю. На самом деле, это хорошая идея поставить именно горгазуха. Что у нас происходит? Я могу ускорить кого-то? Скидки просто, ну я не знаю, сколько они по времени будут. Давайте, ускорим, собираем. Еще один спинтазух появляется, если не ошибаюсь. Ну, нам нужен еще один, потому что он-то там на 10 уровне довольно-таки слабенький. Так, возвращаемся с вами вот сюда. Я просто не знаю, стоит ли их ускорять. Пускай Индомина стоит, а Раджастегу мы с вами ускорим. У нее урон очень маленький, ну, просто так будет. Просто, не знаю, монетки давать. Соответственно, смотри, мы с тобой сейчас сюда идем вывести. Из-за того, что как раз скидки. А где новость о скидках? А, вот прям поверху идет. Еще 2 часа 10% скидки, блин. А я ее не вижу, слепой. Так вот, еще раз сортируем с вами. Идем через динозавров. Может, на самом деле еще двоих вывести было бы прикольно. Но нет, мы с вами берем. У нас хищников прям очень много. И сейчас скоро появится индораптор. Берем с вами горгазуха 1. Активировать. Берем с вами, секундочку, горгазуха 2. Секунду. Второго горгазуха активировать. И такой момент. Если не ошибаюсь, у нас с вами... Где он находится? Сейчас, секундочку. Нужно вот здесь посмотреть. Крутозавр. Он 30 уровня. И вот на 40 уровне у него будет 1400. Я думаю, что стоит вывести. Тем более он стоит сейчас, ну, типа, наверное, 1010-15. Я думаю, что поставить нужно еще одного крутозавра обязательно. Он стоит 18450. Вот тютелька в тютельку. Соответственно, спокойно ставим крутозавра. Просто чтобы его усилить, чтобы можно было его в более серьезных схватках использовать. И таким образом просандалили все 95 тысяч ДНК. Осталось всего 29. Здесь можно забрать награду. Гасторнис и Инеозавр. Дай Гасторнис. Дай набор. Пожалуйста, дай набор. Yes! Вы сейчас в это верите? Блин, жесть. Игра просто сует и сует, а? Отлично. У нас с вами приходит еще еда. Еще еда. То есть можно будет дальше кого-то там откармливать. Приходит Гасторнис. Восхитительно. Она просто подсовывает сегодня просто бешеное количество плюшек. 5000 ДНК, монетки. Приходит сама Гасторнис. Ну, типа, она нам не шибко нужна, но вот именно ДНК, очки доверия. Это шикарно. Дальше заказываем с вами кентрозаврика. Что там помимо него? Дай ДНК. Есть ДНК. То есть мы с вами через сколько? Ну, это, естественно, завтра. Завтра будет понятно. Сегодня через пару часиков будет бриллиантовый приз, но к этому позднее. Давайте возвращаться в схватки и проходить, естественно, битву титанов. Я сейчас смотрю, почему-то он у нас с вами стал вот здесь. А, потому что по свирепости отсортировано. То есть, на самом деле, можно как раз взять резинозавра, просто испытать в битве. Ну, дальше, наверное, это все-таки будет что-нибудь попроще. Что-нибудь совсем простое. Вот пристазух, и он поменяет... Подожди, да. Нет, не так. Метрифодон, пристазух, он же поменяет на амфибию. Так что смысла нам его туда ставить нету. Так. Естественно, берем бонус. Давай, бей удары, как в прошлой битве, а? Бей удары. Чего нет-то, эй? Будешь бить? Нет, удара нету. Самое забавное, что я в 3 удара забиваю. Если там нету сейчас блока, я его в 3 удара забиваю. Блок все-таки, зараза, ладно. Немножко досадно, но типа наплевать, потому что мне кажется, что он не сможет меня пробить. Он просто не пробивает, ему просто не хватает урона, чтобы забить резинозавра. То есть, по большому счету, мы могли бы пройти схватку там буквально двумя существами. Ладно, приходит Никлагреус. 3 удара. Но все, это выигранная схватка тут, он больше ничего не может сделать. Никлагреуса мы с вами забиваем в 2 ударчика спокойно, он сейчас все 3 потратил. 2 удара. Возьмем с вами 1 блок и 3 бонуса. Потому что если апатозавр решит все пробить, ну, чтобы можно было защитить... А, нет, меня не спасет. Урон-то 1100. И у него 4 хода. Зачем мне блоки были? Ну, типа, наплевать. Да, он все пробивает. Забивает Метрифодона. И мы сейчас спокойно пристазухом его спиливаем. Вот если бы я просто взял 3 блока, например, тогда был бы шанс пробить именно Метрифодоном, но это абсолютно не важно. Окей, проходим с вами сейчас еще и битву титанов, то есть получаем еще один набор. Сегодня день даже круче, чем вчера. Как раз вчера просто были обычные легендарки, сегодня же просто бешеное количество бриллиантовых легендарок. Еще один наборчик, у нас с вами здесь 1000 баксов, но хотелось бы, конечно, ДНК, потому что баксы хоть как-то можно купить. ДНК ты фиг купишь, и, естественно, горгозавр. Еще 2600 очков доверия. Вау. И, естественно, сейчас переходим в задание. Секундочку, это не то. Нам с вами нужно в водной и в кайнозойской сразиться 3 разными существами. Это я сейчас сделаю. Самое главное, забираем вот эти 100 супер ДНК. Получаем с вами 1894 велоцираптор ДНК. И, естественно, кайнозойскую и водную я пойду сражаться сейчас в ПВП. Потому что, ну, отсюда тоже может что-то прийти. Погнали. Естественно, возьмем всех одинаковых по силе, разных. Посмотрим, что сейчас будет у противника. Но здесь вообще все просто. Эй.
Это прям очень просто. Кровотечение, отмена модификации. Ну, типа такое, ну, хорошо, пускай тебе 2400 урон. Тебе это как-то поможет. Я просто сижу и думаю, что мне делать. Менять, не менять. У Хайнозавра сейчас будет же бешеный урон, да? Да, у Хайнозавра 1400. А вместе с бонусом на Берсерка у него будет еще больше. Давайте-ка с вами поставим блок. Посмотрим, что он будет делать. Может быть, это будет два удара? Если это два удара, это будет просто шикарно. Нет, это не два удара. Окей. Я возьму два бонуса. Это был блок-бонус, сейчас у него три хода. Он может расценить это за два блока вполне, но если это игрок. Он же сейчас видел, что у меня был блок. Он это видел. И не стал ничего делать. А вот тут тебе и хана. Меняем на Хайнозавра. Я не думаю, что это больше двух блоков у него. Ровно 2000 урон. Мы с вами бьем три удара и берем бонус. Это три блока. Ах ты черт. Вот это неожиданно. Вот это неожиданно. Ну ладно. У тебя три хода. Максимум, что ты можешь сделать, это поменять на кого-то из рифовых. И пробить Хайнозаврика. Но это максимум. Можешь пробить три удара прям декодермой. Но это тоже такое. Тебе нужно за... И он не стал бить. А почему он не стал бить? Объясни мне, почему ты не стал бить? Хорошо, это максимум, что может быть два блока. Давайте играть от этого. Просто бьем 4 удара. Это были бонусы. Это по-любому игрок. То есть это по-любому реальный игрок. Потому что, ну, компьютер так не играет. Это прям очень хорошо сыграно было. Он так подумал, что я сейчас именно это рассчитаю, что у него есть два блока. То есть я должен был так рассчитывать. Иначе бы я его не пробивал. И теперь у него 6 ходов. В 2 удара. В 3. В 2 не забивал, значит, да? Но это хорошо. Но это прям хорошо. Подожди секундочку, я думаю. Это будет один удар и 3 бонуса. Все-таки 3 блока поставил. Ладно, договорились. Я немножко перехитрил. Но я бы вот именно так и сделал. Я бы просто взял бонусы на его месте. Он меняет динозавра. У него остается 3 хода. Убирает берсерка, что тебе на самом деле не на руку. Ну что, будем рассчитывать это, естественно, за сколько? 3 блока. Чтобы тебя пробить, мне нужно 2 удара. Да, 2 удара вполне подходит. То есть это 5 ударов и бонус. Это был один блок, ладно. Но прям очень запутанная для меня битва сейчас. И тебе нужно потратить 2 удара, чтобы меня пробить. Даже 3, потому что это может быть блок. Ты должен рассчитывать это за блок. 3 удара. Но и все равно у Хайнозавра берсерк, и мы его пробиваем. Камон, игра. И, естественно, 5 ходов. Так, первая схваточка выиграна. Ну, хотелось бы отсюда получить наборчик на самом деле. Но, в принципе, 50 велоцираптор ДНК тоже подойдет. Крутится-крутится, 400 очков доверия. Кстати, тоже очень неплохая награда. Тем более, это 800 очков доверия. Я и забыл, что сюда это дело применяется. Прикольно. Ну и в Канозое соперники приходят такие довольно-таки непонятные. Во-первых, спинтозух, ну, неприятный. Но первым паразавр стоит. Это прям странно для меня немножко. Окей, урон 700, 2600 здоровья. Естественно, я возьму бонус. Но он меня никак не пробьет. Есть ему смысл там менять на кого-то, нет? Он будет бить все-таки. Он, может быть, будет играть через... Он меняет. На спину Тазуха. Зачем? А зачем? Нет, серьезно, а зачем? Ну ладно, предположим, я нанесу 3 удара, хорошо. Это был блок. Не страшно. 2300 урон плюс кровотечение. Еще кровотечение по нему дамажит. У него 2 хода. А кровотечение долго будет работать? Сколько ходов будет кровотечение работать, мне интересно. Титанобу он забивает. Есть. Я так понимаю, что типа спинотазуху так или иначе хана, да? У нас с вами заряд адреналина. 1400 урон. А у него сейчас будет... У него было 2 хода, сейчас будет 3. Ну, то есть... Подожди. Я просто не знаю, спинотазух сдохнет от кровотечения или нет. Мне сейчас нужно понять это дело, потому что, возможно, кровотечение становится все слабее и слабее. И, скорее всего, он от него не сдохнет. Он все потратил, то есть наша задача сейчас нанести один удар и взять 3 блока, на самом деле. Бог с ним со спинотазухом, до свидания. Я надеялся, что кровотечение будет посильнее. Я просто не хочу даже малейшего шанса, чтобы он мог меня пробить. Это 2 удара. Он рассчитывал, что у меня бонусы. Он ошибся. Все, он ошибся. Он проиграл. Ну что, посмотрим, что нам отсюда придет. Все-таки там же есть наборчик этот. Но наборы приходят крайне редко. Вот этот наборчик самый.
Зараза, прилетел. Сарказух пришел. Сейчас с вами отсюда все забираем. Забираем ежедневку. Открыть. Ну-ка. Легендарка. 50 баксов и плезиозавр. У нас с вами сегодня просто день легендарок, но в основном бриллиантовых легендарок, потому что пришло прям огромное количество, и прямо сейчас продолжается босс. Я так понимаю, что за 6 часов мы не сможем набить 2 миллиарда ему урона, потому что если за эти дни не набили, то и теперь уже не получится. Но хотя бы добьем, просто давать им оставшееся количество здоровья и просто-напросто подформим отсюда ДНК. Я зря на самом деле взял 3 генодосов, мне кажется, вот так вот, но нормально, не страшно. Я просто думал, что он скорее всего будет бить. А как видите, он абсолютно не бьет. Давай, 6 ударов. На самом деле это все, мы его уже пробили на нужное количество урона. 10 тысяч. И спокойненько его добиваем. Но вот сейчас это будет, естественно, большое количество урона. Но я просто хотел посмотреть, сколько максимальное количество урона можно нанести. 31 тысячу. Нормально. То есть все, можно отсюда выходить. Подожди. Нет, наоборот, все, я все правильно сделал. Нам нужно было 50 тысяч набить, чтобы получить 1500 ДНК. И 100 тысяч на 2000 ДНК, может быть, заморочиться и сделать это? Так, еще 35 тысяч урона набито, и мне остается 16 тысяч, то есть по большому счету, ну да, восстановить придется генодеса, но мы с вами можем взять первыми, ну, абсолютно любых существ, то есть, например, это будет плотозавр, там, телозавр вот такой, в принципе, без разницы, естественно, генодес нам хотя бы 6 ударов нужно нанести, это будет достаточное количество урона, по идее. Не факт, это сейчас нужно проверять. Опять же, он может совершенно по-разному сыграть, он может... нанести сейчас удары, может не наносить. Секундочку, 2 удара, хорошо. В прошлый раз он нанес 2 удара. Во второй кон я как раз взял 3 бонуса, а он бить не стал. Посмотрим, что сейчас будет делать. Давай. И он не стал бить. То есть, в принципе, мы сейчас с вами набиваем нужное количество урона. Тем более, сейчас можно 2 ударчика пробить. Ему это один блок. 900 урона есть. А вот сейчас самое главное, чтобы не было очень большое количество блоков, чтобы мы там не пробили весь урон там впустую. 3 блока. Но надеюсь, что хватит. Ну-ка. 14 тысяч. Все замечательно. Таким образом, закрываем с вами это задание. Давай. Мы, кстати, еще почти вот это закрыли. Ну, это не важно, на самом деле. Получаем 2000 ДНК. Вот 200 тысяч урона я набивать не буду, потому что нужно опять всех восстанавливать за баксы. Это довольно-таки долго и абсолютно бессмысленно в данной ситуации. И получается, что мы с вами сегодня абсолютно все выполнили. В начале выпуска было 95 тысяч ДНК. Мы с вами их вот все сюда потратили. Но это хорошие покупки. Они нам с вами пригодятся. Они нам будут очень полезны, особенно горгазухи. И вернули себе 8000 уже ДНК. На этом предлагаю этот выпуск завершить. Если вам понравилось, пожалуйста, поставьте лайк. Не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые. Удачи, друзья, пока. Увидимся в следующем.